Во французском Кале нелегальные мигранты пытаются проникнуть в туннель под Ла-Маншем, несмотря на усиленные меры безопасности. В компании «Евротуннель» утверждают, что с начала года остановили не менее 37 тысяч человек, стремившихся попасть в Великобританию. Руководство компании заявляет, что не справляется с наплывом нелегалов, которые небольшими группами каждую ночь пробираются в туннель и требуют денежную компенсацию от британских и французских властей. Премьер-министр Франции Эммануэль Вальс назвал ситуацию в Кале сложной. Она ухудшилась в начале прошлого года с прибытием по Средиземному морю нелегальных мигрантов при содействии преступных группировок, которые пользуются хаосом в Ливии. Сегодня в Кале находится около 3000 мигрантов. Они с риском для жизни пытаются попасть в Великобританию. В свою очередь, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предлагает ввести пограничный контроль на французской стороне Ла-Манша. Накануне в туннеле под Ла-Маншем французская полиция задержала около 300 нелегалов. С начала июня при попытке пробраться в Евротуннель и переправиться через Ла-Манш погибли 9 человек.